Задумывался ли ты когда-нибудь, что оставишь после себя? Я не о детях. Дети – не твоя собственность. Они верены тебе свыше, и твоя задача – воспитать и отпустить их. Я не о материальных вещах и благах. Они не имеют абсолютно никакого значения в нашей жизни. Их задача – создать видимость полноценной и комфортной жизни. Представь, обстоятельства сложились так, что завтра, именно завтра тебе нужно уехать, зная, что никогда не вернешься в эти места, в этот дом. Или знаешь, что жить осталось совсем немного. Как ты теперь смотришь на важность того, что имеешь и чем занимаешься? Что из этого пригодится тебе на новом месте, если, конечно, ты сможешь взять это с собой? Прочувствуй эту мысль, пропусти ее через себя, проживи ее. То, что не привязано к месту, это то, что всегда с тобой. Это твоя ресурсность, твои навыки и опыт, твои добрые дела. Это ты сам. Наполняя этот мир добром, ты сеешь семя, которое даст плоды и новые семена. Уже без твоего участия, но с твоим невидимым, незримым и постоянным присутствием. Для меня одним из самых непростых вопросов был вопрос, для чего я живу, что придает моей жизни смысл. Часто можно услышать нечто подобное. Живу, чтобы вырастить и воспитать детей. Допустим, вот они выросли, встали на ноги и даже обзавелись семьей. Что дальше? А дальше многие начинают идти по ложному пути, цепляясь за тех, кто должен, набивая шишки, становиться сильнее и искать свой путь, свой смысл в этой жизни. Я живу, чтобы помогать детям и внукам. Не всегда, но в 80% случаев это ложный смысл. Ты не можешь прожить жизнь за другого человека. Давно известно, что непрошенное добро – это зло. Именно для того, для кого это добро делается. Мысль глубокая и непростая. Неправильная и с обидой воспринимаемая многими людьми. В конечном итоге поиск ответа на вопрос о смысле твоей жизни является краеугольным и весьма важным. Именно с этого ответа и начинается путь каждого из нас по этой жизни без сомнений и уверенности в правильности выбранного направления. Этот путь не привязан к возрасту, он зависит лишь от твоего желания. Никто не в силах сбить тебя с пути, если ты проникся верою в себя и в то, что ты делаешь. Ключевой показатель правильности выбранного пути – это чувство радости и счастья, которые наполняют тебя в процессе, здесь и сейчас. На своем пути ты не один. Каждый день ты идешь в сопровождении жизненных целей. Важно, чтобы они совпадали с самой главной целью и смыслом твоего существования, твоей миссией, предназначением. Лишь в этом случае ты сможешь прожить жизнь эффективно и счастливо, быть может, еще используя для этого мира и общество. Помнишь детскую пирамидку, с которой наверняка играл? Стержень и кольца разного диаметра. Стержень – это твой путь. Кольца – это жизненные цели, поочередно нанизывая которые на стержень, в конечном итоге получаешь пирамидку – цветастую, симметричную и красивую. Так и в жизни. Главное – четко представлять, для чего ты это делаешь и что хочешь дать этому миру. Именно дать, а не получить от него.
Цель. Это слово звучит понятно лишь на первый взгляд. Признаюсь, за многие годы осознанного целеполагания я по-прежнему спотыкаюсь на жизненном пути. Ложные цели – это те самые грабли, на которые и ты будешь наступать в жизни. Что это такое? Это те самые кольца от детской пирамидки, только не от твоей. Не имея своих собственных целей, ты будешь добиваться чужих, собирая в законченную фигуру чужие желания. Помнишь старый анекдот? От папы мне досталась воля к победе, от мамы – неумение выбирать приоритеты. И теперь я упорно добиваюсь целей, которые мне не нужны. Никого не напоминает. Но как же не сбиться с пути и определить, что то, что ты делаешь, есть суть и смысл именно твоей жизни? Размышления. С их помощью легко разложить все по полочкам. Размышления любят тишину. Зачастую же в нашей голове живет шум, непрекращающийся поток ненужной информации и сорных мыслей, как в переполненном в час пик метро. Мало кто сегодня соблюдает информационную гигиену, потребляя все, за что цепляется наш глаз. Это мешает размышлениям, отвлекает. Поэтому важно перестать размышлять о важных вещах на ходу, занимаясь чем-то еще. На первых порах. Со временем, когда ты станешь хозяином своих мыслей, предаваться размышлениям сможешь в любом месте, в любой час, в путешествии, за обеденным столом, занимаясь каким-нибудь делом. Важно с их помощью научиться отделять зерна от плевел и выстраивать четкую структуру, дерево целей, задача которого – направлять тебя на жизненном пути, помогая осуществлять главную цель твоей жизни и строить свою пирамидку. В путешествиях я часто предаюсь размышлениям. Часы в пути тянутся долго, никто не отвлекает. Главное, чтобы под рукой всегда был карандаш и листок бумаги, чтобы успеть записать важные мысли. В конечном итоге любая цель должна быть извлечена из твоих размышлений, записана или любым другим способом визуализирована и помещена в конкретные временные рамки. Четко и однозначно сформулированная цель без срока исполнения – это всего лишь твои хотелки. Это дело, которое не имеет ни начала, ни конца. Нанизывая кольца на пирамидку, ты в конечном итоге должен вознаграждать себя. О вознаграждении мы уже говорили – это радость. Без нее любое занятие быстро наскучит, станет неинтересным. Подсознание начнет выдумывать и искать причины, чтобы отвлечься от неинтересного дела, которое не приносит позитивных эмоций. Можно прибегнуть к строгой дисциплине и самоконтролю. Но это неэффективный метод. В этом случае твой разум вступает в борьбу с подсознанием. Гораздо эффективнее объединить, подружить два эти начала. Как это сделать? Все очень просто. Поначалу ставь небольшие цели, которые быстро приведут к результату. Вознагради себя. Многократно повторяй эту последовательность действий, транслируя ее на другие цели. Таким образом сформируется привычка, в основе которой будет удовольствие на пути к очередной твоей цели. Не так давно в моем арсенале эффективного достижения целей появился один незамысловатый инструмент. Звучит он так. Всегда цени важность того, что ты делаешь. Твоя цель должна быть значимой, в первую очередь для тебя самого. Тебе непрестанно придется сталкиваться со своим окружением, друзьями, близкими, даже родными, которые будут обесценивать то, что ты делаешь, словами, своим поведением, даже молчанием и безразличием. Бороться с этим – пустая трата времени и сил. Вот здесь тебе и поможет осознание значимости той цели, к которой ты идешь. Никто и ничто не в силах сбить тебя с пути, если то, что ты делаешь, имеет для тебя определенное значение. Главное, помни, не забывай о чувстве радости и счастья, которое будет наполнять тебя на пути к цели.
порой тебе кажется, что, закончив школу, колледж или университет, ты подготовлен к жизни, вооружен и опасен. Это глубокое заблуждение. Забудь все, чему тебя учили. Лишь 20% тех знаний, что ты получил, пригодятся тебе в жизни. Учиться придется самому, и чем раньше ты начнешь, тем больше у тебя шансов преуспеть и помочь найти свой путь тем, кто этого действительно хочет. В конце концов, это благое и доброе дело, которое будет жить и после тебя. Дело, плоды которого ты сможешь вкусить уже при жизни. Мудр тот учитель, который понимает, что он никогда не перестанет быть учеником, и что его наставником может стать тот, кому он помог однажды. Здесь не работает фактор прожитых лет, социального и иного статуса. Здесь верна лишь одна формула. Когда ученик готов, учитель найдется. Помнишь годы обучения в университете? Лекции, исписанные конспектами тетради, схемки, таблички, выделенные цветными чернилами важные мысли. Занятия шли по расписанию с перерывами на выходные и каникулы. В отличие от университетских лет в жизни, твое обучение может начаться в любой момент и самым неожиданным способом. Не упусти этот момент и будь готов извлечь максимум из того, что услышишь или увидишь, или с чем столкнешься на своем пути. Досмотреть этот фильм до конца и забыть его – или любым доступным, удобным для тебя способом структурировать его в своей голове, решать тебе. Главное, помни, в твоих руках возможность оставить что-то после себя, посадить семя, которое даст плоды и новые семена, уже без твоего участия, но с твоим невидимым, незримым и постоянным присутствием. Выбор всегда за тобой.